Как быть современным в век информационных технологий? Вопрос, волнующий практически каждого представителя золотого возраста. Полезными знаниями о цифровом мире с людьми старшего возраста поделились сотрудники А1. Мастер-класс, организованный компанией в Барановичах и Бресте, посетили более 110 участников. Побывали на них и наши корреспонденты. Третий год цифровое движение «Я онлайн» объединяет всех, кто хочет научиться пользоваться смартфоном. В рамках проекта сотрудники компании А1 провели бесплатные занятия для людей старшего поколения в Барановичах и Бресте. Очень хорошо, что сегодня у нас здесь гости. Это А1, это часть нашего совместного сотрудничества, потому что планируется реализовать несколько социальных совместных проектов в городе Барановичи. Но если говорить о сегодняшнем, то немало людей пришло для того, чтобы получить какие-то, наверное, минимальные знания, понятия о том, как пользоваться мобильным интернетом. Компания А1 реализует проект «Я онлайн» совместно с фондом ООН в области народонаселения. Также инициативу поддержало Министерство труда и социальной защиты. Ведь ее реализация – важный шаг в достижении цели определенной национальной стратегии «Активное долголетие 2023». Она подразумевает увеличение числа пользователей интернета пожилого возраста с 40 до 65% к 2023 году. Очень важно, что люди пожилого возраста вовлечены в полноценную жизнь нашего общества. Наши люди очень активные, они с радостью откликнулись на эту акцию, и мы рады тому, что у нас появился новый социальный партнер. Чтобы обучающиеся легко ориентировались в том, какие возможности открывает доступ к мобильному интернету, компания А1 подготовила учебные материалы, практические советы для соцработников и путеводитель «Смартфон – это легко» на ясном языке для людей с инвалидностью. Возможности интернета очень большие, и мы не можем все знать. Нам раздали такие брошюрки, где мы можем дома более подробно все изучить, а сегодня нас учат, как общаться в мобильном телефоне в нужных нам приложениях. Также участники встречи получили знания в области цифровой грамотности. Волонтеры А1 объяснили, как пользоваться популярными приложениями, заказать талон к врачу или доставку продуктов на дом. Мероприятие очень нужное, полезное. Иногда нам просто не получается самой выйти в интернет, самой подключиться к какие-то приложения. Все нам это рассказывают, нам это все понятно получается, и мы умеем уже пользоваться. Иногда даже учим других. Акцент в обучении специалисты А1 сделали на таком важном направлении, как безопасность в интернете. Появилась необходимость уметь людям пользоваться информационными ресурсами для получения разного вида услуг, либо оплаты за эти услуги. Поэтому вот такие вот встречи помогают сориентироваться им в вопросах, которыми они еще не владеют. Что есть нового, какие возникают проблемы. Ну и, конечно, сегодняшняя проблема – это проблема киберпреступности. Поэтому сегодняшнее мероприятие очень актуально. До конца года сотрудники А1 проведут 12 мастер-классов. Встречи уже состоялись в Гомеле, Витебске и Гродно. А следующим городом, который посетят волонтеры компании А1, станет Могилев. Все подробности о проекте «Я онлайн» можно узнать на сайте ionline.a1.by.